так тревожит память мою. Ну и пусть, ну и пусть, и пусть. Вот еще разок дедушку Хулио выбрался на море под вечер. С Жекой приехали. Это Жека не купается сегодня. Да я занырнул! Красота! В каждом зоре его сейчас славы. Это Жеке показалось, что вода холодная. Она по мне вполне. Но не для них всего. Но эта песня для них. И сейчас я. Ну, после дождей. Вчера ливень такой шел. Ну, вода на редкость почему-то не очень мутная. Речка вот впадает тут небольшая. Но она, видно, не очень грязная. Поэтому и вода. Так, ну-ка. Пойду-ка, занырну-ка. Занырну-ка, я пойду-ка. Так, Жека, ну-ка подержи-ка, как я нырну, засними. Потом, когда скажу выключать на вот эту кнопку. Или на эту, или на эту кнопку. Сейчас видео идет. Идет видео, да? А сейчас Данил Николаевич совершит прекрасный номер. Ну ничего, ничего. Видишь, какая тут интересная база заброшенная. Можно приехать сюда, побухать. На руинах цивилизации, так сказать. Даже от дождя спрятаться, например, да? Вон, крыши-то целые везде. Сел, блин, разложился он на сцене, ну вон той, например. Побухал, побежал, на море занырнул. Прибежал опять под крышу. Красота! Надо запомнить это место. Тем более такси сюда ездит, асфальт практически до сюда проложен.